Прокуратура обеспечивает принятие мер к сохранению объекта культурного наследия. Прокуратура города Владивостока провела проверку исполнения требований земельного законодательства. Установлено, что в ноябре 2022 года земельный участок в районе улицы Нейбота передан на праве бессрочного пользования Государственному объединенному музею-заповеднику истории Дальнего Востока имени Владимира Клавдевича Арсеньева. Саперный редут номер 4 Владивостокской крепости включен в объединенную зону охраны объектов культурного наследия федерального значения, в пределах которой установлены ограничения на возведение объектов капитального строительства, а также осуществление любой хозяйственной деятельности. Вместе с тем, по результатам выездного обследования установлено, что территория саперного редута самовольно занята для стихийной стоянки и хранения транспортных средств, временных и капитальных сооружений, мусора и автомобильных покрышек. С целью устранения выявленных нарушений прокуратура города во взаимодействии с правоохранительными органами в настоящее время принимают меры к сохранению территории объекта культурного наследия и освобождению земельного участка.